Запись пошла. Всем привет, меня зовут Сергей Скобаровский, и сегодня я приехал в гипермаркет Ашан, где сделаю закупочку за $1 на такое блюдо, как горячие бутерброды. Это быстро и вкусно. Сейчас отправимся в супермаркет и будем делать там закупочку. Здесь музыка, весело. Взял я вот такую вот корзиночку, куда буду складывать товар. Смотрите, тут даже велосипеды продаются. Вещи, одежда, белье, носки. Мне нравится этот супермаркет, что здесь продается почти все. На каждого потребителя есть какой-то товар. Здесь он большой, дешевый, мне нравится, поэтому я приезжаю именно сюда. Вот я подошел к хлебобулочный отдел, и я сейчас хочу взять батон. Вот свежие батоны. Здесь он стоит 7 гривен 95 копеек. Для наших бутербродов нам понадобится майонез и кетчуп. Так, возьмем майонез. Вот такой вот. Здесь 180 грамм. Стоит он 3 гривны 70 копеек. Такой вот пакетик. Вот такие вот здесь виды кетчупов. 10-12 разные цены. Я возьму вот такой вот кетчуп. Давайте вот этот пикантный. Здесь 250 грамм. Стоит он 6 гривен 43 копейки. Еще я возьму пакетик русского сыра. За килограмм здесь стоит он 99 гривен 50 копеек. Я возьму вот такую вот пачку за 13 гривен 13 копеек. Здесь 132 грамма. Вот я подошел в мясной отдел. Здесь сосиски. И я возьму это 15. Я возьму вот такие вот обычные за 11 гривен 99 копеек. Вот так. Здесь 330 грамм. Вот и все. Сделал я свою закупочку. Весь товар в кульке. У меня получилось 43 гривны 20 копеек. Это приблизительно $1.50. Ну, сейчас я буду отправляться на бесплатную маршрутку, ехать домой и готовить горячие бутерброды. Так что встретимся дома. Можете сразу поставить лайк. Я уже добрался домой, и сейчас я буду приступать к приготовлению блюда. Самое главное, что это не займет больше 5 минут. И это меня радует. Первым делом я займусь нарезанием хлеба. Теперь мне нужно порезать сосиски. Распечатываем их. Снимаем шкурочку. Все, почистили. Нужно натереть сыр. Берем сыр и натираем ее на большой терке. Вот. Теперь будем нарезать сосиски. Теперь мне нужно сделать соус с кетчупа и майонеза. Смотрите, берем какую-то посудину и туда выливаем поровну кетчупа и майонеза и хорошенько взбиваем. Получается у нас вот такая вот однородная масса. Все, теперь заготовки все уже готовы. Вот получается соус, сыр, сосиски и хлебушек. Так, и теперь будем выкладывать хлеб. Теперь отправляем наши бутерброды в духовку при минимальной температуре на 5-7 минут. Нужно смотреть по состоянию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. 14 бутербродов. Пока они пеклись в духовке, я успел даже голову помыть и покупаться. В общем, не будет сегодня чем заняться перед монтажом видео. А перед этим я хочу попробовать. Оп. Ням-ням-ням. Так аппетитно выглядит. Это очень просто, быстро и вкусно. Вот это шикарные бутеры. Я, ребятки, вам советую. 5 минут времени займет.
Нарезали, закинули в духовку и все. Это мне будет всей семьи на целый день кушать. Даже я не знаю, может и даже на 2 дня останется. А сейчас я вас хочу попросить поддержать меня лайком. Это всего лишь один клик, а мне будет приятно. А если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и предлагайте свои идеи в комментариях. Напишите, что вы хотите видеть в дальнейших моих роликах. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем.